Всем привет! Приветствую вас на канале «Паркет на диване». Сегодня рубрику продолжать буду я, не Серега, Серега чуть-чуть занят. В новом магазине мы что будем сегодня делать? Мы будем делать замену ламината. Здесь стояла большая стена. Если вы обратили внимание на предыдущих видео, мы ее убрали. Оказалось, что ламината здесь нет. К счастью, мы занимаемся ламинатом, поэтому такой ламинат у нас есть. Сегодня сделаем демонтаж. Здесь, в принципе, ширина в две ламели ламината. Мы ее заведем в замок и будет здесь без порогов. Второй момент, который еще как бы проблема, которая у нас возникла. Люди здесь делали подвод к розеткам через пол. Это тоже нужно будет обрезать красиво, заизолировать и закрыть. Второй момент. Сегодня мы обошьем стену, чтобы подготовим под покраску. Чуть-чуть приведем в порядок щитки, свет. Вот. Будет мне сегодня помогать мастер. Мастер, иди сюда. Покажи привет. Покажи мастера. Всем привет. Его вы 100% встречали даже чаще, чем меня на канале. Он мастер, он командует сегодня, я подсобный рабочий. Поехали, посмотрим, что получится. Провод мы обрезали, сделали изоляцию, закрыли шпаклевкой. Пока она остывает, будем начинать укладывать ламинат. По замку видно, что его нужно укладывать с той стороны, слева направо. Для того, чтобы заменить ламинат посреди комнаты, нужно при укладке частично замок срезать, потому что нереально его собрать, как будто бы он здесь был. Например, здесь у нас пустота, нужно сюда постелить ламинат. Берем ламель. Она укладывается отсюда, продольный замок. Поэтому при укладке мы с Димоном, чтобы он зашел, вот эту часть замка, буквально до торцевого замка следующего ряда, мы срезаем. Чуть-чуть наносим клея. И будет идеально. Клей наносим тонким слоем.
Мы уже почти подходим к концу, именно вот эта Г-образная пустота, где не было ламината. Осталась последняя ламель, у нас остается один ряд. Докладываем. Опа. Оп. Всего зашла идеально. Остается у нас один ряд. Что хочу сказать, что при монтаже ламината, до монтажа, наверное, даже так сказать, часть замков мы чуть подрезали, часть замков срезали, поэтому некоторые замки, которые оставались, мы проходили клеем. Конечно же, при укладке ламината плавающим способом делать так нельзя. В нашем варианте другого выхода нет, поэтому, в принципе, зона, там, где она будет приклеена, только там, грубо говоря, в 3-4 местах, все остальное уложено правильно. Я думаю, никаких проблем не будет, тем более, что здесь будут стоять образцы, никуда он не уедет. Ребята, надеюсь, всем видео очень понравилось, будет полезным. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч!